Как установить SnapTap? Для начала переходите в телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал будет в описании или сканируйте вот этот QR-код. Скачивайте autoexec.kfg. Этот файл я скачал на рабочий стол, тут находятся бинды. Открываем Steam. Counter-Strike 2. Правой кнопкой «Свойства». Установленные файлы. Обзор. Game. CSGO. KFG. В эту папку закидываем скачанный файл autoexec.kfg. Переходим снова в Steam. Общее. Параметры запуска. И пишем. Плюс exec autoexec.kfg. В целом все, можно заходить и тестить. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь этим роликом с друзьями, чтобы они тоже установили эти бинды. Всем хороших каток!